которую можно увидеть своими глазами. Проследить 70-летний путь неведомственной охраны Росгвардии жителям и гостям Новосибирска поможет новый тематический вагон. Вневедомственная охрана является структурным подразделением Росгвардии. У нас год юбилейный. В этом году мы достигли достаточно высоких результатов служебно-боевой деятельности. Это труд всего нашего большого коллектива. Задачи у нас остаются те же. Усиливаем объекты особой важности, стратегические объекты. Особое внимание мы уделяем школам, садикам, учебным заведениям. Они находятся у нас под чутким контролем. Группы задержания приближены, и мы плотно взаимодействуем с руководством и персоналом данных объектов. На сегодняшний день у нас на маршрутах находится более 130 экипажей, которые патрулируют районы города Новосибирска. Вагон оформлен тематическими материалами, каждый из которых посвящен определенному историческому этапу службы вневедомственной охраны Росгвардии. Например, этот стенд рассказывает об объектах, которые находятся под защитой вневедомственной охраны, а здесь можно ознакомиться с информацией о приеме на службу. Я думаю, что это прекрасная идея, потому что хочется, чтобы люди больше знали о вневедомственной охране. Стажеров привожу в музейную комнату, рассказываем про вневедомственную охрану, про службу, что в критических ситуациях, когда мы даже по телевизору видим, что говорят, что первыми прибыла служба Росгвардии. Это прибывают наши ребята, служба вневедомственной охраны, потому что задача прибыть за 5 минут в таких экстренных случаях. Поэтому мы гордимся своей службой. Тематический вагон, посвященный 70-летию вневедомственной охраны Росгвардии, отправляется со станции Гарина-Михайловского. Курсировать он будет по всем веткам новосибирского метрополитена в течение 3 месяцев.